Всем привет! Начинаем путешествие в мир искусства. Эрарта, выставка Ольги Давыдовой «По ту сторону Аквилона». Я зачитываю анонс. Музей Эрарта представляет выставку Ольги Давыдовой «Путешествие в загадочную страну, где рождается северный ветер». Скупая природа Кольского полуострова, увиденная глазами жителя средней полосы. Столкновение человека и стихии, холст как пространство борьбы и поиска гармонии. Проект «По ту сторону Аквилона» создавался по следам путешествия художницы по Кольскому полуострову. Он объединяет живопись, печатные изображения на алюминии и найденные объекты. Пластическое решение картин отражает это ощущение противостояния и одновременно стремление к гармонизации двух начал. Белый грунт подобен субстанции, отрешенной от человеческой жизни. Окраска становится той сущностью, которая пытается с этой субстанцией освоиться, житься. Ну вот так написано в анонсе выставки, которая проходит в Эрарте, Ольги Давыдовой. Она называется «По ту сторону Аквилона». Смотрим картины. Пока-пока. До свидания.